Всем привет, я Эдик. Сегодня поиграю в казино. Значит, любимый мой вулкан сегодня подкинул мне бонус 500 рублей. Бездепозитный, значит. Ну, конечно, я такими суммами играть не люблю. Просто побалуюсь, ну и по пути вам расскажу немножко про бонусы. Значит, в клубе «Вулкан», где я обычно играю, действует бонусная система. Бонусы дают за активность, в принципе, практически любую, за количество ставок. Не путайте только с депозитами. Депозиты и ставки — это немножко разное. В принципе, за регистрацию иногда дают. Ну, я не понял, как дают. Кому-то дают, кому-то не дают, то есть бездепозитные бонусы, то есть вам даже не надо никаких денег туда. Но то, что я уже заметил, точно знаю, так как не первый год уже здесь. С одного IP-адреса одна рега, если хотите получить бездепозитный бонус, нет смысла по 30 регистраций с одного IP-адреса. Ну, вы же не думаете, что вы самые умные. Там в казино ребята тоже не дураки. Это понятно. Вот. В общем-то, в Вулкане, в принципе, за любую, за каждую фигню там дают бонусы. То есть, вот сегодня я вообще играть не собирался. 500 рублей накинули. Ссылочку на Вулкан я вам скину под видео, как обычно. Далее клуб «Мультигоминатор» от того же админа. Вторая будет ссылочка у меня. Там тоже, значит, есть бонусы за ставки, за активность. Вот без депозитных я, честно, не знаю. Не наблюдал такого там. Ну, попробуйте, может, у вас чего-то получится. Третий клуб, значит, это будет ссылка Luxor Slots, тоже тот же админ. Там бездепозитные бонусы бывают, ну и также, соответственно, за активность, за то, что вы там заходите, играете, выигрываете, проигрываете, неважно, вам накидывают бонусы. Вейджер у этих всех клубов 45, по-моему, в отличие от других клубов. То есть не так сложно отыграть этот бонус. Я знаю, вот в одном клубе мне предлагали поиграть, там вейджер 70. Но это нереально просто отыграть его. Ну и четвертая ссылочка будет — это казино «Слава». Это недавно я его открыл для себя. Сравнительно молодой клуб. По бонусам, значит, не знаю, я еще не поймал там никаких бонусов, пару раз его поиграл. Первый раз получилось немножко выиграть, второй раз проиграл. Ладно, сумма была небольшая, не обидно. Попробуйте, может, вам повезет. В общем, какой вывод? Значит, без депозитные бонусы можно поймать точно в Вулкане и в Luxor Slot. Это первая и третья ссылка будет. А в Мультигоминаторе и в казино «Слава» вторая, четвертая ссылка я сделаю. Я не знаю. Пробуйте. Может быть, вам повезет. И не забывайте, с одного IP-адреса одна рега. Ну, кто с головой, тот, наверное, поймет, что с этим нужно делать. Спасибо за внимание. Всем удачной игры. Подписывайтесь на мой канал. Пока.